Здравствуйте, сегодня второй день, и, как всегда, я бы хотел обратиться к великим академикам. И сегодня я бы хотел рассказать о двух таких серьезных вещах, как уксус винный, яблочный уксус и академик Болотов. Смотрите видеоканал «Умное здоровье», там есть интервью, и в этом канале академик Болотов рассказывает, как он пришел после войны, как он был голодным, как он начал выводить бородавки, как он почему-то начал отращивать пальчики. Все. И вот он четко говорит, что он изобрел все, что можно изобрести. Да, у нас вот есть такой кладезь нашего умного здоровья. И дальше я хотел бы остановиться об уксусе. И также я хотел бы сказать, что все, о чем я говорю, проверено в течение двух-трех лет. Если мы не будем пить яблочный уксус, и здесь самое страшное, что вы его нигде не найдете, и надо самому изготовить, вы очень сильно увеличите себе пищеварение. Прошла одна неделя, вроде бы я голодаю, но я не похудел. Продолжаем вторую часть этого ролика. А где же здесь все-таки питание на 50 рублей, о чем как бы было хвастливо заявлено? Ребята, все мечтают о чем? О некой маленьком свечном заводике, который что-то бы для вас производил. Сейчас я покажу свой маленький передвижной заводик и также вторник, посвященный всегда хлебу. Так вот, вот мой маленький свечной заводик. Это всего лишь немецкая замечательная кофемолка. Я на ней реально беру горсть, сыплю сюда гречки, размалываю, лью кипяточком, смешиваю с мукой и делаю оладьи. И это для меня есть идеальный хлеб. Также я хотел бы немножко поговорить все-таки об экономике вот этого маленького свечного заводика. Это называется очень просто. Есть система СПС, сырье, передел, спрос. Все, о чем забыла наша молодежь, она почему-то во главе с Путиным и Медведевым думает о каких-то спонсорах и каких-то там. А все, сырье, передел, спрос. Что это такое? Спрос на что у нас? На идеальное питание. Сырье какое у нас? Идеальная гречка, да? И где передел? Вот передел. Вот этот свечной заводик за всю вашу жизнь, если вы посчитаете, переведете это на хлеб, позволит вам приобрести новый автомобиль. Всем спасибо за внимание.